Всем привет и приятного просмотра. Продолжаем проходить Сакура 2. Давайте начнем с второго эпизода уже. Новая кампания. Боец. Начинаем. И в конце концов, на этой планете я свершу свою месть. Открой дверь, сынок. Не могу, сэр. Приказ Валериана. Открой дверь. Доброе утро, командир. Принц. Господа, запуск тестового протокола через 2 минуты.
Заканчивай проверку. Это последний тест. Оставьте нас. Хорошо. Сегодня мы улетаем отсюда, дорогая. Хорошо. И разберемся с Менгском. Забудь о Менгске. Забудь обо всем. Только я и ты. Пока он жив, не может быть никаких я и ты. Сара, я свернул горы, чтобы вернуть тебя. А ты готова перечеркнуть все ради мести? Подготовка второй фазы теста. Я всегда верил в тебя, Сара. Поверь и ты в нас. Начало второй фазы теста. Что ты собираешься выяснить при помощи этих тестов, Валериан? Я же говорила, что ничего не помню о том, как была королевой клинков. Мы должны выяснить, как много мутагена зерги осталось в вашем организме, Керриган. Я надеюсь на ваше сотрудничество. Ты всегда держишь тех, кто с тобой сотрудничает, в камере за защитными барьерами. Как только я пойму, что это безопасно, я сам выпущу вас. А теперь попробуйте телепатически воздействовать на это существо. Рабочий? Ты хочешь, чтобы я взяла под контроль разум зерга? Ты представляешь, что произойдет? Все протоколы безопасности соблюдены. И чё? Где она сама? Вы можете управлять им? Да, могу. Хорошо. Можете ли вы приказать рабочему мутировать в инкубатор? Давай попробуем. И чё? Инкубатор — это центральное строение базы зергов. Он вырабатывает слизь, на которой могут быть построены другие строения. В инкубаторе также созревают личинки, которые потом могут мутировать в рабочих и другие виды зергов. По мере того, как вы используете личинки, инкубатор будет производить новые. Так, Керриган, я выпускаю нескольких рабочих в тестовую камеру. Попробуйте приказать им добывать ресурсы. Она личинка. Офигеть. Все идет хорошо. Можете ли вы создать 300. Больше рабочих? Чтобы создать что-либо еще, мне нужен надзиратель. Создайте его. Один надзиратель не повредит. Ну давай создадим его. Надзиратели помогают контролировать войска зергов. Количество потребляемых припасов и максимальный размер армии отображаются в правом верхнем углу экрана. Если припасов недостаточно, то вам не удастся создать боевую единицу. И сколько он там тоже строится? Че, офигеть просто. Так. Недостаточно минералов. Замечательно. Я собирался на этом закончить. Но давайте попробуем еще кое-что. Прикажите рабочему мутировать в омут рождения. Чего мутировать? Недостаточно минералов. Где-то минералов на 200. Недостаточно минералов. Ну давай быстрее, блин.
Фиёво. Ум от рождения позволяет превращать личинок в зерглингов. Ты же знаешь, что это плохо закончится. Мы контролируем ситуацию. Ничего себе здесь, к трое. Омут рождения создан. Зайди в тестовую камеру и проверь, все ли в порядке. Спасибо, мне отлично видно отсюда. Думаю, на сегодня все, Керриган. Хорошая работа. Посмотрим, как ты меня будешь благодарить, когда увидишь это. Я создам несколько зерглингов. Требуется больше надзирателей. Керриган, что вы делаете? Проверяю, насколько хорошо вы контролируете ситуацию. Требуется больше надзирателей. Они так идут. Фигеть просто. Так. Недостаточно минералов. А это сколько стоит, блин? Ученик, как обычный рабочий. У всех почти. Да, по идее, так оно и есть. Но еще рабочих. Это... Что вы делаете? Я не просил создавать зерглингов. Ты же знаешь, Валериан, зерги никогда не делают то, что ты от них ожидаешь. Остановить эксперимент. Пусть охранные роботы уничтожат зерглингов. Изолировать нижний уровень и запустить искоренителя. Пожалуй, я уничтожу твоего чудесного искоренителя. Чтобы ты понял, что зергов контролировать нельзя. Это надо было делать фигурно. Так. Требуется больше надзирателей. Да, блин. Охранные роботы убивают зерглингов. Я остановлю их. Опа, ну открыто здесь, а чё видишь? Давайте, собачки, уничтожим все. Похоже, что в других камерах тоже есть зерглинги. Валериан, ты слишком беспечен. Я ведь могу освободить и их. Так. Давай. Требуется больше надзирателей. Блин. Защитный барьер нарушен. Подопытные зерги за пределами камеры. Возводите. Эвакуировать научных работников и весь персонал. А это такие вообще. Фиг, нифига он, нафиг он этим занимается вообще. Да фиг с этим, блин, с зергами. Не, надо ему заняться было. Что, еще куча? Отлично. О. Эти зерглинги мне пригодятся. Вообще замечательно. Так. Ваши войска атакованы. Иди сюда. Да еще, вот это делаем. И это делаю. Пускай раз тут они. Развалить надо. Керриган, это вам не игры! Как и всегда, когда речь идет о зерках. Что за фигню они создали вообще? Они гибнут, понять девочек. Бегают два года, не знаю, что делать дальше, да? Так, и вот это надо еще два сделать. Вот этих дополнительно. Недостаточно минералов. Этот создам еще. Еще это создам. Пусть будут. Собирает мне все подряд. Зерги, бежим!
Черт! Уберите всех с этого уровня! Персонал эвакуировал с нижнего уровня. Все выходит из-под контроля! Дверь на нижний уровень закрыта. Активирование автоматической газовой защитной системы. Пока я не уничтожу эти турели, дверь не откроется. Даже газ уничтожает или нет? Да я все тут уничтожу. Дверь открыта. Теперь нужно уничтожить искоренитель. Так, это и вот этих. Пойдем сюда, освободим еще зеркало. Они здесь, они должны быть проходы-то. Сейчас еще сюда сходим. Чтобы его причучить, что надо туда сначала пойти. А если так нет, ну и фиг с ними. Да, сначала сюда надо было подойти. Фигню какую-то тут сделали они. Забыл, чего так надо делать. Ну давай, бегите сюда. Уничтожь все это, пускай они выходят. Да у тебя тут целый выводок зерглингов. Что ж, теперь они мои. Да, правильно, давай, тьма, собачек, убежали. Солдат потомство. Давай. Ладно, Керриган, мы все поняли. Пока еще нет. Я ведь все еще в этой камере. И сюда. Тоже сюда. Искоренитель активирован. Ты чё топ, ты скверните, у меня собак стоп, ужас просто. Сюда топ. Нифига, сколько собак здесь. Разрушен. Критическая ситуация. Зерги заполонили нижний уровень. Это чудо, что никто не погиб. Везение тут ни при чем. Может быть, теперь ты поймешь, насколько опасными могут быть зерги. Я верну их в камеры. Был бы вам весьма признателен. Я открываю вашу камеру, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Может, в следующий раз вы донесете свою точку зрения, не разрушая половину лаборатории? Чё, всё? Продолжить. Ну и погром ты устроила, Сара. Уже жалеешь, что вернул меня? Не-а. Я слышала, что случилось с твоим другом Тайкусом. Мне жаль. Он сделал свой выбор, а я свой. Может, стоило дать ему убить меня? Королева клинков погубила миллионы. Сара, это была не ты.
Нужно забыть о прошлом и выбираться отсюда. Я соберусь и буду ждать тебя здесь через час. Мне нравится это предложение. Мой корабль готов. Мы можем лететь прямо сейчас. Жди, я скоро буду. Что это такое вообще? Тревога. Войска Доминиона в секторах 3, 4 и 6. Сара. Полная эвакуация персонала. Это Нова. Обыскать все. Найти Керриган. Отряд Браво. Принято. Пока Менгск жив, будет литься кровь. Он заплатит за все. Хватит, милая. Возьми себя в руки. Группа Браво, ответь. Браво, прием. Все подразделения в сектор 6. Быстрее. Нужно идти. Давно это было. Такое не забывается. Да уж, это точно. Так вот, такие повороты. Так, ну что, продолжаем. Джим, вы меня слышите? Мы слышим тебя. Я рад, что вы живы, Керриган. К сожалению, мы отрезаны от вас. Вам придется самим пробиться через лабораторию к транспортной станции. Оттуда вы доберетесь до корабля Джима. Ясно. Мы справимся. Готова к бою. Да, я слышу тебя. Чумить очень просто. Снова в седле. Вперед! Это Керриган. А что, я за Джима не играю нифига? Офигеть, и вы еще написали, как не знаю кого. Мародер. Я обезврежу его с помощью кинетического удара. Противник справа. Марш, бросок. Чумить, а куда идти-то? Прочесываю территорию. Иду. А, тут продвигаюсь тупик. К цели. Прочесываю территорию. Группа захвата Доминиона! Нам нужна помощь! А, только один. Поняла. Сзади. Рейнер! Керриган! У этого терминала можно получить медицинскую помощь и восстановить энергию. Удачи вам! А я постараюсь выбраться.
Похоже, эта штуковина больше нас не полечит. Продвигаюсь. Эти морпехи будто нарочно сгрудились для сокрушительной хватки. Иду. Хорошо. Ты готова. Марш. Чисто! Вперед! Мы на одной волне. Десантирование групп захвата продолжается. Доминионцы. Поняла. Продвигаюсь к цели. Куда это они все? Неважно. У нас своя цель. Ну что, убей их, а? Иду. Я магию просто хочу воспользоваться. Ну, способности. Марш-бросок. За дело. Мы почти добрались до станции. Оттуда мы попадем прямиком к шаттлу. Коридор завален. Транспорту вам нужно будет пробиваться через нижний уровень. Продвигаюсь к цели. Вообще замечательно. Прочесываю территорию. Валериан, прием. Главный коридор завален. Ты можешь открыть боковой проход А-12? Могу. Но будьте наготове, там вырвавшиеся подопытные зерги. Не думаю, что мне стоит снова контролировать их. Я не буду просить тебя об этом. Мы справимся. До открытия двери 3 секунды. 2. 1. Сколько зерглингов! Продвигаюсь к цели. Готово. За дело. Поняла. Керриган, мои люди получили контроль над системой безопасности. Мы начинаем изоляцию комплекса. Не осложняя всем жизнь. Сдавайся уже. Да нифига подобного. Что такое? Они хотят закрыть нас тут. Скорее, милая! Мы должны добраться до той двери! Мы на одной волне! Иду! Давай, скорее, парни! За дело! Поняла! Ты, ё-моё, сколько вас тут можно, а? Марш-бросок. Время-то идет, ё-моё. Хорошо. Прочесываю территорию. Успеть еще. Продвигаюсь к цели. На одной волне. Марш-бросок. А все как в старые не будет, добрые времена. Ну, я немного посидел. Я промолчу про свою прическу. Да уж. Иду. Кто? Мы успели. Одной волне. Продвигаюсь к цели. Хорошо. Не останавливайтесь. Они вот-вот запечатают лабораторию. Поняла. Да ё-моё. За дело. Иду. Вы зачем ты сделал фигу знает? Мы на одной волне. Прочесываю территорию. Ага, ультралиск. Посмотрим, как он держит кинетический удар. Марш-бросок. Ну давай быстрее, блин. Ну что же это, говно? За дело. Прочесываю территорию. Тут черти что творится. Вообще. Нам приходилось проходить и через худшее. Вижу цель. Керриган и Рейнар обнаружены. Офигеть просто. Просто хорошо. Гениальные люди. Поняла. Обнаружены. Мы на одной волне. Так, дьявол! Берем. Сколько же здесь зергов? Да, наверное, я слегка перестаралась. За дело. Давай, убей всех. Марш-бросок. А? За дело. Нормально. Прочесываю территорию. Надо уничтожить завалы! Мы должны добраться до той двери! Готово. Цели.
Хорошо. Что там дальше будет продолжаться? Марш-бросок. Успели. Ты удивлен? Не останавливайтесь. От станции вас отделяет только одна дверь. Расчёсываю территорию. Опа, нифига себе здесь. В следующей комнате доминионцы. Я чувствую их. Будет жарко. В комнате есть клетки с зергами. Мы можем открыть их с помощью этой консоли. Или можно включить подачу ядовитого газа. Ну, фиг узнать, что сделать. Какой выбор-то сделать-то? А, газ, ё-моё. Ну там сам сдохнешь, что ли? Да, я слышу тебя. Нифига у того, чё нам надо. Газ бесполезен против техники. По крайней мере, теперь силы равны. Вперёд. На одной волне. Где уж ты? Иду. Что ж, да ё-моё, надо бы узервировать последнего. Продвигаюсь к цели. Прочесываю территорию. Да осталось чуть-чуть, давай, вечепка. Появись, на всякий случай пригодится. Иду. О. Поняла. Есть, вообще замечательно. За дело. Фига, мы уже 86. Прочесываю дело. Территорию. Продвигаюсь здесь, к цели. Да? Мы вовремя. Транспорт вот-вот уйдет. Джин, мы отступаем. Я на пути к Гипериону. Хорошо, Валериан. Дай нам знать, когда доберешься до корабля. Остались только мы с тобой, Джин. Вперед. А тут что не так? Марш-бросок. Хорошо. Мы на одной волне. Войска Доминиона прорвались в тоннель. Да. А сколько тут идти надо? Хорошо. Что ж, это говно. Марш-бросок. Поняла. Готово. Иду. Платформа набирает скорость. Держитесь за поручни, ребята. Прочесываю территорию. Стрелял мне чуть. Продвигаюсь к цели. Не успеет приземлиться. Иду. Поняла. А чё, только в воздухе, да? Прочесываю территорию. За дело. Марш-бросок. Надо это. Прочесываю территорию. Энергию. Давай. Ну, есть. Поняла. Помашите лаборатории ручкой. Пока мы не доберемся до космопорта, мы будем как на ладони. Продвигаюсь к цели. Мы на одной волне. Готово. Поняла. Мы на одной волне. Ну, все, хорошо. Что же? Хорошо, замечательно вообще. За дело. Марш-бросок. Хорошо. За дело. Готово. Марш-бросок. Прочесываю территорию. Мы на одной волне. Что ж. Войска союзников
это так сделаем. Хорошо. Мы на одной волне. Ну что, сколько осталось лететь-то? Поняла. Я вижу космопорт. Мы почти у цели. Да не может такого быть. Продвигаюсь к цели. Осадный танк. Да блин, я же сказал. Кинетическим ударом. Прочесываю территорию. Прорыв сделали. Мы продвигаюсь к цели. Нормально. Все, приехали. Доминионцы разворачивают в космопорте какую-то тяжелую технику. Вперед! Мы должны сдерживать их, пока не закончится эвакуация. Мы почти на месте. За ними, к космопорту. Просто отчумить. Поняла. За дело. Там тут более было безопасно, там хоть чепка везде была. Прочесываю территорию. А тут ее нет, нифига. За дело. А тут что делать надо? Опа. Ангел на месте. Космопорт под контролем. Войска Доминиона, вперед! Джин, Архангел преграждает нам дорогу к шаттлу. Вот и грузили. Черт, Сара, продержись немного, а я поищу другой путь. Поторопись, а то я обломаю этой железяки крылья без тебя. Марш-бросок. Вступаю в бой! Выдвигаюсь к цели. Вот и полетел. Цель выбрана! Сбросить капсулы! Поняла. Задела. Прочесываю территорию. Мы на одной волне. Ну даете, мужики. Прочесываю территорию. Гибнуть как нельзя. Хорошо. Убегаем. А, уже использовал ее. А это вперед на тебя, нет? Задел. Продвигаюсь к цели. Понятно. Хорошо. Задела. Бегу, быстрее, быстрее. Поняла. Давай, уничтожь его. Иду. Нет. Высадка десанта! Да. Продвигаюсь к цели. Прочесываю территорию. Страшно. На одной волне. Прочесываю территорию. Поняла. Марш-бросок. Где ты? Садись давай, ё-мо. Да не стой. На тебе, Павел. Продвигайся. Мы на одной волне. Иду. Задела. Поняла. Ну что, здесь звать не смогу еще? Джин, торопись. Скоро тут будут еще доминионцы. Сара, я не могу добраться до тебя. Бери мой корабль и улетай. Мы только что снова нашли друг друга. Я тебя здесь не оставлю. Рейнар, Керриган, я на Гиперионе. Мы направляемся к месту встречи. Что там у вас? Керриган возьмет мой корабль. Мне нужна эвакуация. Понял. Высылаю за тобой отряд. Не облажайся, Валериан. Керриган, встретимся в условленном месте. И прости, что не послушал тебя раньше. Слишком поздно просить прощения, Валериан. Джим, я возьму твой корабль. Но если тебя убьют, между нами все кончено. Офигеть.
Да, мэм. Понял. Джим, доминионских кораблей все больше. Гиперион под сильным обстрелом. Моим людям не пробиться к вам. Ясно. Веди Гиперион к месту встречи. Я найду способ выбраться. Хорошо. Удачи. Нова. Так-так. Джим Рейнер. Если бы ты помог мне разобраться с Тошем, все было бы по-другому. Но ты сделал неправильный выбор. Рассчитываешь получить повышение, куколка? Какой неправильный выбор? Мы тебе помогли, Тошу, разобраться. Что за тупость вообще? Да. Да. Что, опять клип? Похоже, это корабль Рейнера. Джим? Джим? Где Джим? Нам не удалось вытащить его. Валерия. Ты держал нас там слишком долго. Хватит! Сара, отпусти его. Валерия на нашей стороне. Нам не по пути. Капитан, вражеские корабли. Внутри периметра. Звенья 3-9. Доложить обстановку. Пробоина в корпусе. Седьмой отсек. Маневр Дельта-4. Всем готовиться к прыжку. Мы останемся здесь, пока я не увижу Джима. Энергия щитов 30%. Большие флот Доминиона, говорит Гиперион. Прекратите огонь! У нас на борту принц Валериан. Мой отец пожертвует любой фигурой, чтобы взять королеву. Нужно прыгать сейчас. Мы оторвемся от них и вернемся за Джимом. Керриган, мы должны действовать сообща. Делай, что хочешь. Я найду Джима. Керриган, перед тем, как мы прыгнули, Гиперион засек многочисленные сигналы кораблей Доминиона. Они двигались к поверхности планеты. Тебя там ждет теплая встреча. Ну, это все понятно. Всем удачи, всем пока. Продолжение следует.